Ты смотри, давай. Кто-то едет, едет! Йоу, ты йоу, смотри! Йоу, йоу! Смотри! А ты кто такой? Привет! Hello, hello, Russian friends, hello, hello. I'm Edison from America. Hello. Прикольно, у тебя машина есть. Слезь, а моя машина. Это, а ты откуда? Откуда взялся такой? Америка, Америка, гетто, гетто. Гетто Америка? Прикольно, прикольно. Я приехать в Россию, чтобы узнать, что такое эта могучая страна, что такое вот из балалайка, Путин, что еще? Водка, yes, водка. Короче, Игорюня, у меня есть план, Игорюня. Давай его отведем на детский сад и познакомим со всеми, а потом покажем в России. Узнать, а что там еще в Америке говорят? А про лайки? Про лайки, да. Говорят про лайки, там, знаете, там 5000 лайков, и что, какие там серии новые выходят, не знаю какие. А подписки тоже говорят? Подписки, да, говорят там, чтоб подписывались, там в описании какие-то ссылочки будут. А комментарии? Не знаю, у нас не говорят, у вас, наверное, говорят. Вот про комментарии. Как ты, комментарии, похоже? Комментарии. Да, комментарии, чтобы оставляли, на самые интересные будем отвечать. Комментарии. А, прикольно. Комментарии, ну, да. Слезь, моя машина, мелкий. Допускай, нельзя ездить по детскому саду на машине. У меня еще есть. Подождите, мы не поздоровались, у нас тут новый детский сад вообще-то, если вы не знали. О, и вот он где-то называется не солнышко, да. А олнышко. Понимаете? Как? Олнышко. Олнышко? Это кто? Это Тамара. Амара! Какая русское народное имя, Тамара. Амара, а что она делает? Это Амара, Амара из... Из проститут? Нет? Нет. Тамара повариха. Проститут. Ням-ням, гамбургер. Фастфуд. Она делает ням-ням, она может мне ням-ням сделать? Вот, я смотри, видишь гамбургер, вот ешь. Я думал, она по-другому ням-ням делает. Ну ладно, пошли. Еще что есть? Ну, смотри, вот это, короче, детский сад такой, игровая комната. Вот заходи, знакомься. Вот. Охранник Петрович. Вот, ну, все время тусь. Секьюрити, да? Секьюрити. А это кто? Это наш... Эдисон, да? Это наш друг, который, короче, он заболел, он теперь со всеми не разговаривает, и вот так сидит. Его зовут Эдисон. Прям как меня, Эдисон. Давай пять, братуха. Опа. Вот это совпадение, конечно. Совпадение. Так, это кто? Смотри, тут есть у нас вот Ярик, да, вот Ваня, там такой, да? Иван... Тут у нас много детей, собственно, у нас есть компьютеры, игрушки. Я слышал про его, Ивангай, да? Ивангай. Знакомое, что-то знакомое. Не знаю. О. Вот. А это песня. Ну его никто не любит, потому что умеет играть. This is Russian rap, да? Russian rap. Это балалайка. 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 Бит, да? Нифига. Да, балалайка. Балалайка. А это кто? А это их никто не любит. Они, видишь, они сидят тут все в углу, их никто не любит. Они вруны. Вруны. Что такое вруны? Это знаешь, когда ты говоришь, вот ты вот, допустим, нигер, да, а ты говоришь, что ты не нигер. Нигер. Фейк, понимаешь? Нельзя назвать нигером. Нельзя. Ладно, извини. Нигер может назвать нигера нигером? Только нигера можно назвать нигер. Я обижу. Хорошо, я обижу. Будем называть шоколадный друг. Можно. Ну что, короче, куда идем? У меня есть к вам предложение. У нас тут в детском саду, вот я тебе объясняю, да, вот наш шоколадный дружок, у нас тут постоянно появляются какие-то порталы в разные мира. Ага. Порталы. Вот, и пойдемте в портал. Это вот надо все за мной идем. Надо проверить, какой сегодня будет портал. Надеюсь, он тебе понравится. Пойдем. Ну. Идем вот сюда, мы заходим в туалет. Ну ты, конечно, не переживай, это туалет, да. Но там есть портал. Нифига. Вот. Портал в туалете? Нифига. А ну да. Давайте, а куда мы отправимся? В Раша. Вот это никогда не понятно. То есть мы отправимся в какое-то абсолютное. Матвей, на счет три готов. 1, 2, 3! Где это мы? Это Красная площадь! Да, я здесь когда-то был с родителями. Я тоже была. Какая... Это, короче, Москва. Москва, какой большой площадь. Да. Да, что мы тут делаем?
Давай, теперь давай. Меня покажем его сюда, покажем? Давай, давай, вот это вот, вот Красная площадь. Вот, а такое. Интересно. А почему красное? Почему красное? А потому что, конечно, красные здания, видишь, везде красные здания. А вот там же белые, white. Вот там. А вот там красные. А почему не красно-белая площадь? Потому что стена красная. Ну ладно, ладно. Нелогично, нелогично. Ну ладно. Логично, логично. Все логично, не переживай, главное. Вот смотри. Эдисон, вот смотри, да. Вот видишь, тут есть мавзолей, а в нем лежит старый дед, который просто сдох, а подыхать до конца не хочет. Знаешь, как его зовут? Ленин, на него все смотрят, тут большая очередь обычно, но мы очень рано сюда пришли, поэтому здесь никого нет. Ленин? Да. А кто это? Президент России? Это революционер, российский. Революционер, а что он сделал? А он это, всех там пил-пил-пил, и всё. Пил-пил-пил, прям генгста, Russian генгста. Да, как ты. Ого, майнига, давайте посмотрим. Давай, посмотрим. О, вот. Старый дед. Вот он. Вот он какой красивый. Лежит тут, мёртвый. Мёртвый. Можешь проверить, мёртвый, не мёртвый? Не, лучше так не делай, мы же штраф большой. Нет, или посадят. Гальца. Так, если что, это все он сделал. Игорь, это Лия, он же Нига. Он Нига. Так, давай пойдем быстрее, пока мы тут не убили. Ага, еще хотел вам показать. Я с собой тут взяла штучку, у меня папа дала. Это папа дала, папа дал. Вот, это, короче, водка называется. Вот, держи тебе. У меня есть. Это Russian напиток, понял? Russian водка, да? Ты пей. Главное, вот не нюхай, пей. О, крепкий водка, крепкий. Да, это. А еще есть балалайка. Вот смотрите, в каких темах сыграть балалайки. Давай, зажги. Хрень какая-то балалайка. Ну, смотри, поиграй на балалайке. Балалайка. Говно. Пойдемте, покажу вам собор, сам там собор. Собор, пойдем. Водка. Ой, солнце светит в глаза. А еще водка будет, вака. Будет? Водка, ну вот только бутылочка осталась, можешь взять. Как-то мало водки у вас в России. Держи еще водки. Чего? Игорь, ты майнига. Майнига. Пойдем. Так, пойдемте. Тут вот есть еще одно место. Это называется Собор Василия Блаженного. Вот там стоит он. Собор. Собор. Там есть купола золотые, золотые купола. Subwars, да? Subwars. Да, собор. О, это что, Russian beer, да? Да, продукт лайки, но убей его, пожалуйста, ты же нигер, а то у нас когти все. Нельзя меня назвать нигер. О, генста. Ой, хорошо. А я думал, вы любите тут медведей. Не, мы не любим, давайте, пока он это не очнулся, быстрее отсюда убежим, а? Давайте. Давайте обратно, видите, вот это надоело, это Красная площадь, звоните обратно на детский сад. Пойдемте в детский сад, потому что на Красной площади ничего делать, тут только площадь, жители и все. А мы вернемся еще? Женечка, вернемся еще? Конечно, вернемся. Вау. Игорюня! Под водкой! Я хочу еще водка, бутылка. Водку, а мне? Нету водка для меня. Пожалуйста. Убежали? Женечка. Ой. Генгста. Ты, генгста. Сюда иди, генгста. Ты нигер, а не генгста. Понял? Генгста. Из гетто. Так, давайте. Что, готовы? Давайте. One. Two. Three. Знаешь что? Ты, шоколадный наш дружок. Что? Ты нас достал. В смысле? И мы должны вернуть нашего настоящего Эдичку. Умри, гадина! Вот так вот, Игорюня. Что ты сделал? Вот, ну, мне нужны шоколадные друзья. Что ты сделала? Ты что с ним сделал? Он пропал. Эдичка, ну давай, говори же с нами. Я тут, ребят. У меня просто горло очень болело, извиняюсь. Не было вообще настроения гулять где-то. Ну раз Эдичка выздоровел, то следующая серия уже будет с ним. Поэтому, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. И также выпустили новую серию.
Да, ребята, не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки, как обычно, будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии, в комментариях писать новые идеи для серии детского сада, и кто ты, папочка, в принципе, пишите, мы их всех будем читать. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.